is so poisonous you only eat it once. But in the north, it is less poisonous and... We have some blankets. А вот это возвращается кораблик, который есть, наблюдать за Китаем. Я тоже хочу. Ну, позже. Поехали в Европу. Это Голландия, это Нидерланды, вы уже говорили, это и Франция, это и Германия. Нет, давайте начнем с севера. Самое экзотическое, вот это. Почему я так? Я уже ноги болят. А у тебя ноги болят? Ну, у меня еще нет. Самое экзотическое – это была Исландия. Mm-hmm. Вот, Исландия, ну, это остров, во-первых, который находится между Европой и Америкой. Вот. И, ну, я туда попала, как обычно, я попала совершенно случайно. У меня все вообще случается абсолютно случайно. Вообще, я никогда не выбираю, куда ехать. Вот сейчас уже, когда я... много посмотрела в Европе, я поняла, что я сначала думала, что никогда не буду по второму разу возвращаться ни в одну страну, ни в одно место. Но потом уже все объездили, и надо... Нет. Вот я сейчас... И вот когда, вы знаете, когда вот очень много знаешь, то ты понимаешь, что не знаешь ничего. И что это вот, что это только начало, и что там еще столько, чем больше есть, тем больше хочется, да? Что ты еще этого не видел, и того не видел, это пропустил, и, а сюда вообще хочется вернуться. Вот, ну вот Исландия, да, потом Скандинавия. Скандинавия – это мой вообще жизненный провал, потому что я туда ехала в составе туристической, и, как это называется, группы. Это ужасно. Это ужасно, я могу только, ну, просто сказать, это было ужасно. Это, нет у меня других слов, потому что остальные будут неприличны. Вот, но Скандинавия, тем не менее, вот у меня там, значит, и это самое, и Швеция, Норвегия, и кто там еще, Дания, да, было. Потом, значит, пошли, ну, естественно, Прибалтика, но это еще когда я в Питере, работала Эстония, мы Латвия, Литва. Нет, Эстония, мы на гастроли ездили, да, в Риге я еще была, когда мне было 20 лет, и в Вильнюсе где-то было мне лет 25, да, Финляндия, боже, какая замечательная Финляндия, да, Финляндия была, неделю там провела, по лесам ходила, по асфальтированным лесам вообще, да, вот так, оцените, да, это леса, в которых птички поют, никого нет, лежат велосипеды по бокам. Ну, кто-то пришел в лес, там, грибочки пособирает, оставил велосипед и ушел к себе. Вот, возвращаешься, вот, тот же велосипед лежит с другой стороны дороги, или другой велосипед. Ну, в общем, там... Ой, сказка. Финляндия, да. Финляндия, потом пошли на юг, что там у нас. Вот, Бельгия, боже мой, какая замечательная страна Бельгия, очень хочу туда вернуться, я ее не доела. Визу надо открывать? На Бельгию? Нет. Нет, не на одну европейскую, нет. Визу надо открывать на Великобританию. Mm-hmm. Я на Великобританию, я визу открывала сама, об этом тоже можно сделать целое отдельное видео, как я включила свой бабизм, егизм, и сказала, что я не буду пользоваться
услугами этих самых... Туроператоров. Да, 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 и турагентов. Не буду я их услугами пользоваться, я все это сделала сама. Вот туда, да, а там же, вот смотри, я в Лондоне-то была, а там еще Шотландия, а там еще Ирландия, а там еще, там, Тысяча стран, которые вы не посетили. Ой, боже мой, а как хочется, боюсь, что не успеет. Вот, потом, что мы там спускаемся, да? Ну, Германия, естественно. Я долго Германию откладывала, но в конце концов... Германия, в каких городах вы были? Гамбург, Нюрнберг, Дюссельдорф, Кёльн, Ашен, Берлин, естественно, Дрезден, Лейпциг. Ну, нет, я могу что-нибудь забыть, кто какой-нибудь... Он обидится, город, если я его... Мюнхен, конечно же, Мюнхен. Нет. Дрезден не была, вот. Франкфурт. И до Франкфурта не доползла, а тоже нет, 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 вот у меня как-то не получалось туда. Это вы за одну поездку? Нет, это разные поездки? Нет, это разные поездки. У меня, понимаете, как получается? Вот я раньше у меня, я же говорю, начинала я с моно такой поездки, 2 на 10 дней. Потом в составе каких-то этих самых групп, вот я через... через какие-то города проезжала. А потом я поняла, что меня интересует только одно. Все остальное мне абсолютно не интересно. Меня интересует дешевый перелет. А поскольку есть куча сайтов, где тебя выбрасывают как бы эти самые дешевые перелеты, то вопрос стоял только в одном. Чтобы я в этот момент была свободна, чтобы это был или мой отпуск, или я могла взять отпуск за свой счет в театре. Но все равно это было наперед. Это не было горящее. Нет. И дело в том даже, что если ты вот замыслил там любой ценой поехать, я не знаю, вот ты замыслил любой ценой поехать во Франкфурт. И получается, что у тебя дорога будет тебе стоить 200 евро. Я на это пойти не могу. Потому что рядом будет какой-нибудь Дюссельдорф, куда дорога туда и обратно будет стоить 50. И вот, я, значит, купила, допустим, билет до Дюссельдорфа и обратно. Сейчас говорю просто от Фрейри, да? За, может, даже не за 50, может, я его купила даже за 40 евро. Ну, я вот сейчас вложилась, и сейчас у нас сентябрь. Купила я на январь. Проходит какое-то время, в течение которого я смотрю, что в Дюссельдорфе интересно. Вижу, что там это интересно, и это интересно. Думаю, а что же я там буду делать-то целых 8 дней? Не буду я там делать это. А что можно делать из Дюссельдорфа? Смотрю опять-таки на самолетики. Я обнаружила, что за 20 евро из Дюссельдорфа и назад можно куда-то слетать. Вы думаете, я пройду мимо этого билета? Ни за что. Вот. И так у меня получилось очень-очень сумбурное путешествие. То есть каждый день летели в другой город и возвращались ночевать? Нет, не каждый день. Нет. Ну, вот смотри, вот самое идиотское, по-моему, идиотское. Вот последняя дурацкая поездка началась с того, что... Почему последняя? Ну, сейчас, которую вы... Очередная, да. Вот которую вы вернулись сейчас. Сейчас Галина Ивановна вернулась из путешествия. Где вы были? Я вообще направлялась в Париж. Угу. По определенному делу. Но потом я поняла, что это дело может не состояться. Кроме того, тут начались забастовки этих желтых жилетов. Но... Поскольку есть в Париже сколько там, 3, по-моему, аэропорта. И самый дешевый, это называется Бавю. Он располагается в 70 километрах от Парижа. То есть, как бы, он называется Париж-Бавю, но к Парижу еще 70 километров ты должен как-то проехать. На этом самом. Бывает очень смешно, что автобус, цена фиксированная, по-моему,
около 15 евро. И вот ты можешь выгадать на самолетике, ты можешь выгадать цену, допустим, 20 евро, но ты еще 15 заплатишь за то, чтобы доехать в Париж. Потом я посмотрела, какие в Париже сумасшедшие цены на жилье. Потом я сама себе сказала, я же сказала, что я не люблю Париж, я его в самом деле не люблю. Я уже там два раза была от этого. Потом я, значит, стала искать какие-то варианты. Я же забыла сказать, что я в Париже собиралась оказаться через Вильнюс. У меня было два дня в Вильнюсе. И, то есть не Париж, а Бавел. И потом я увидела, что из Бавел есть рейс в мою любимую, мою замечательную, мою чудесную, самую деле любимую страну. Она называется Португалия. Я в нее влюбилась, по-моему, года 4 назад. Когда мне удалось, тоже так, абсолютно фантазийно, да, я собиралась поехать в Испанию. Я взяла билет до Мадрида. Я взяла билет до Мадрида и собиралась поехать на север Испании, вот там, в сторону Басков, вот Бильбао, вот в эту часть. И посмотрела, что безумно дорого и все как-то ужасно неудобно. Но зато был какой-то очень дешевый рейс, что-то вообще 20 евро туда и назад, был до Порту, до Португалии. Я тут же поменяла все свои эти самые планы, тут же повернулась, взяла билет до Порту, и вот у меня уже был, так сказать, такой план. То есть до Мадрида и обратно, и из Мадрида до Порту и обратно. Посмотрела, еще месяц проходит, думаю, что же я буду делать в Порту-то неделю? Если Португалия такая большая, что же можно? И за это время я же листаю, кто куда ездил в Португалии, кто какие города видел, какие там достопримечательности, какие интересности, что там можно посмотреть. Вот, я поняла, что я в Порту, конечно, неделю не вытяжу. И получилось так, что моя поездка в Португалию была, что я каждый день практически из Порту переезжала, вот так вот, из города в город. Доехала до Лиссабона, два дня провела в Лиссабоне, и эти переезды были на автобусе. И низкий мой поклон Португалии, потому что там всем пенсионерам там скидка. И скидка приличная, то есть от 30%. Пенсионерам любых стран? Да. Mm. Да. И я такое вообще, ну, знаете, наш человек вообще какое чувство глубокого удовлетворения, да, испытывает, когда тебя выделили из остальных людей, и ты платишь дешевле. Вот, так там пенсионерам скидка, и в музеях чуть ли не 50%. И в транспорте. Вот. И я, значит, такая, ну, налитая подешевела, да. В общем, я Португалию вот так вот на автобусе, значит, отъездила до Лиссабона, а потом увидела, что из Лиссабона обратно в Порту самолетик стоит 17 евро. Ну, как же я могла этим не воспользоваться? Но должна вам сейчас уже как бы, вот уже возвращаясь к этому, сказать, что не всегда получается, что самолетный перелет и выгоден, и удобен, и главное быстро, потому что очень много времени ты тратишь на то, чтобы добраться до аэропорта, да? Потом, ну, пока там тебя это самое, регистрация и так далее, получается, что очень много времени проходит в твоем путешествии, где каждая минута на счету, много времени проходит впустую. А с моей неорганизованностью это каждый раз еще риск опоздать на самолет. Это у меня как бы всегда заложено в плане, что куда-нибудь я обязательно опоздаю. Вот. И когда я вот эту вот Португалию проездила туда-назад и сказала, что я очень хочу туда вернуться, и вот когда я увидела, что из Бове есть какой-то дешевый самолет в Португалии, я сейчас же этим воспользовалась. Точно так же у меня была такая же печалька, когда я поехала в Дюссельдорф и собиралась ехать и из Дюссельдорфа в Берлин. Но уже дешево долетала до Дюссельдорфа и оттуда думала взять автобус и автобусом доехать до Берлина. Посмотрела, сколько стоит автобус до Берлина, он стоил 25 евро. Посмотрела, сколько стоят вообще автобусы из Дюссельдорфа и обнаружила, что там есть
за 25 те же самые евро билет до Парижа. Посмотрела, что в этот момент в Париже, а в этот момент в Париже вот просто хоть ложкой ешь, и опера, и оперета, и концерт, и еще одна оперета, и еще концерт, и бесплатный день музеев, и еще что-то такое. Ну, в общем, понимаете, у меня школьные интересы вообще играют какую-то главенствующую такую роль, что вот это мало того, что, так сказать, столько всяких вкусностей там можно найти, но еще за достаточно дешевую цену. Ну, то есть дешевле, чем было. Ну, в общем, скидки на меня действуют, вот видите как. Ой, да, скидки на меня действуют. В общем, таким образом я и побывала в Париже когда-то нечаянно, и вот так сейчас я нечаянно побывала в Португалии, плюс к Бовет. А поскольку я уже сказала себе, что из Парижа вот эти вот дни, которые там была в Париж из Бове, ехать не надо. Потому что в Париже не было ничего оперно любопытного и дешевого. И я осталась в Бове. Как я счастлива, что я увидела вот этот вот маленький французский город. Какого замечательного человека там стоит. Поподробнее человек. Поподробнее. Это мужчина. Нет. Когда я ехала, я тут, видимо, еще какой-то отдельный рассказ, что я уже не гостиницу стала заказывать, а стала пользоваться. Он называется Airbnb. Это сайт, на котором ты снимаешь квартиру у хозяина. И вот в этой поездке у меня было две квартиры у хозяина, у хозяев. Одна, значит, и обе во Франции. Кстати, тоже не просто так, а потому что во Франции безумно дорогие, безумно. Вообще-то дорогая страна, но очень дорогое жилье. И вот первое, значит, когда я увидела фотографию этих хозяев, да, там был пожилой мужчина на фотографии. Главное лицо, и где-то там на заднем плане еще как бы его жена, ну ясное дело, еще женщина. А фотография маленькая, особенно не приглядываешься, вот, и его имя было Сильвия. Думаю, ну какой-то вариант, господи, Сильвио, вроде как бы более такое имя итальяно-испанское, да, ну мало ли что. И пожилой мужчина, и там же фотографии, где и что, и... Ну, мы договорились, сколько стоит и что это будет. И мне предложили, что меня за 5 евро довезут из аэропорта до дома эти хозяева. Я сказала, конечно же, да, потому что мой самолет прилетал достаточно поздно, а городишко маленький, и я посмотрела на расписание городских автобусов, которые там ездят, а они ездят до какого-то часа, допустим, до 8 часов вечера, да. И поскольку у меня не было гарантии, что я из самолета успею до 8 часов вечера в этот автобусик, то я, конечно же, согласилась. И вот я прилетаю, значит, туда, а самолет мой опаздывает, а может быть, еще сыграло то, что там разные часовые пояса, да, и у меня не переключился телефон, и я, значит, такая выхожу, то есть я понимаю, что никто меня не встречает, но, слава богу, там есть Wi-Fi, да, и я подключилась к Сильвию, значит, написала вот там это самое смс, что я уже прилетела, мне ответили, жди возле второго терминала. Я вышла возле второго терминала, там дождик уже накрапывает, тут достаточно прохладно. Вот, и тут ко мне кидается милая женщина такого же возраста, приблизительно, как я, и говорит, у меня такой плохой английский, я говорю, ничего, сейчас будем соревноваться, у кого хуже. Вот, и оказывается, это женщина, которую зовут Сильвия, и это хозяйка этой квартиры. Ее муж умер в декабре, а это вообще женщина совершенно потрясающей судьбы. И вот я вам сейчас говорю, да, что у меня каждый раз остается вот богатство сердца. Вот ту заботу, которую Сильвия проявляла по отношению ко мне, да, как она раненько утречком прибежала там, это самое, мне
предложила завтрак, как она мне делала кофе, как она мне объясняла, куда идти, как мы сели с ней пить чай, как она рассказала о своей семье, вот как-то о своих мечтах, каких-то таких вещах. Вот, знаете, это если ты в составе туристической группы, то ты как в аквариуме ездишь по миру, да? Или ты едешь со своим знакомым, ты со знакомым обсуждаешь, что ты увидел, да? То есть ты с ним, ты не погружаешься в ту атмосферу, в которую ты попал. Или же ты подстраиваешься видеть то, что хочет он, а не ты. Да. Поскольку я баба-яга, я этого вынести не могу совершенно. Вот. И вот, значит, что касается Сильвии, то вы можете себе представить, еще раз говорю, что это женщина моего возраста. Милейшая, аккуратненькая, с очаровательной улыбкой совершенно. Она меня встретила, и по дороге, значит, свои машинки, она говорит, вы знаете, что у нас здесь самый замечательный собор, по-моему, самый высокий во Франции. Я говорю, да, я слышала об этом соборе. Он говорит, поехали. Ночь на дворе, на улице никого. Уже где-то часов 10, маленький городишко, уже все спят. Мы, значит, с ней приезжаем к этому собору. Это вот туман, так, дождичек. А она, ну, в машину она же кинула, быстренько вскочила, да, она в домашних каких-то, ну, не в домашних, но в тапочках таких, с голыми французскими лодыжками. У них такая мода вообще в холод ходить. Такое впечатление, что без носков обязательно, чтобы лодыжки были голые. Вот снег идет, а у них это лодыжки. Модно, вот как у тебя. Да, я знаю. Это уже с 16-го года это заметила. Короткие носочки, чтобы их даже не видно было. Да. Это я в 16-м, когда я в Париже, в 16-м, по-моему, была, как раз зимой. И вот у меня там, значит, это самое из ботинок. Махровые, да. А у них эти тапочки и лодыжки. Вот. Да не на машинах ездят, что они ездят. Нет, я в машинах не ездила, я в метро их видела такие. Ну, в общем, она в этих беленьких таких топчушечках каких-то. Вот, и она мне туда привезла, значит, накинула этот самый шарфик какой-то там у нее на заднем сиденье, говорит, смотри. И вот, знаете, такой легкий снежок, потому что, ну, где-то 0 градусов, может быть, даже чуть плюсовой, плюсовая температура, да, и легкий снежок падает, и в тумане этот готический собор, это вообще совершенно волшебное зрелище. А главное, вот знаете, она, вот, естественно, она же за это денег никаких не платила, она просто хотела со мной поделиться, ну, посмотри, какая эта красота, да. Вот, потом она, когда там привезла меня к себе домой, это у нее вообще с таким вкусом обставленная квартира, все настолько вот замечательно. Я понимаю, что она как бы готовится к тому, чтобы принимать гостей, но это все так подобрано, это все так дизайново, такой, и ремонт, я тут, ну, я даже таких материалов не знаю, там, ну, у нас как бы все другое, да, как эти эти самые выключатели, как они сделаны в стеночку, какие там эти самые накладочки, я ходила, все это гладила. Это все безумно любопытно, потому что мы же даже если мы в отеле ставим, то есть там какие-то отельные вещи, да, это вот же живое помещение живого человека. Вот, она меня накормила, напоила и рассказала о своей судьбе, так сказать, от, ты говоришь, я человек, так сказать, я сильный человек, я пережила. У каждого в биографии есть, вот, понимаешь, ты пойми, что сейчас тебе кажется, что ты такая эксклюзивная со своими бедами, да? Нет, мне уже не кажется. Вот. А потому я что сейчас эксклюзивная без бед. Вот. И человек начинает себя чувствовать эксклюзивным без бед. И сейчас, вы знаете, мне с вами, вот вы говорите, я думаю, когда вставить эту фразу, летом я одной знакомой устроила путешествие во Львов и только встретила на вокзале с сумками, я ее повела показать готический храм Ольги, который во Львове. Сразу же с сумками, какой высокий, а ты тоже вспомнила, что тоже, и я хотела поделиться, это Львов, ты посмотри, это даже не Европа, но вот, смотри, как красиво, то же самое, если что, в отель отдыхать, да, тоже готический. Вот видите, сколько похожего у нас вместе.
Я тебе еще об этом собой русском расскажу, как у меня была встреча с ним, когда мне было 20 лет, это значит был 70. Не, меня прошло лето. Ну, вот, это был 70 какой-то год. Но потом, подожди, сейчас я закончу про Сильвию. Так вот, Сильвия, у нее было двое детей, муж умер в декабре, и весь бизнес остался на ней. А у нее было двое детей, и 3, по-моему, года назад, ну, в общем, совсем немного лет назад, может быть, 5, она ехала с дочкой в машине, они попали в аварию. Дочка погибла в этой аварии, за рулем была Сильвия, а она на 2 года легла в больницу. Таким образом я узнала, понимаете, мы как бы каждый, вот есть какие-то варианты у нас о том, как мы слышим, вот там у них там, я не знаю, кисельные берега, молочные реки, да, там у них что-то такое бесплатное медицина. Вот у меня живой человек, вот я спросила, как? Она говорит, у меня была как бы удачная страховка, которая покрывала несчастный случай. Поэтому 2 года в гипсе, и на восстановлении она как бы провела за счет страховки. То есть страховка ей серьезно помогла. После того, значит, по образованию, я так поняла, что она какой-то служащий, именно вот ну, что-то с бумажками связано, я в этом ничего не понимаю. Что она вот такой служащий, даже не знаю, как сказать, государственная, не государственная, ну, в общем, она служащая, она не творческий человек, там, не какой-нибудь копатель, вот. Но после этого она вышла на инвалидность, на пенсию по инвалидности. Вот, и поскольку ее муж, значит, тоже какую-то пенсию там получал, вот они, так сказать, сделали этот бизнес, когда они стали сдавать свою квартиру, а у них 2 квартиры там рядышком было. Там было очень смешно, когда я первый раз вернулась домой, а там обыкновенный жилой дом, но только чистенький очень. Вот я пришла на лестничную площадку и с ужасом обнаружила, что ключ-то у меня есть, но я только не знаю, в какую дверь его вставлять, а их 4. Я стала ходить по лестничной площадке, подставлять ухо ко всем дверям. И визуально смотреть, куда, ну, как сказать, с какой замочной скважиной соответствует мой ключ. Я, наверное, там ходила минут 5-7, пока вдруг внезапно дверь не открылась, и не выскочили мои соседи. Соседи у меня были молодые ребята, французы, и только они там откуда-то тоже приехали. И несколько дней стояли у Сильвии, я так с ним практически только тогда и увиделась. Вот. Ну, хороша бы я была, если бы я еще этот ключ, ну, следующий этап был какой? Вставлять ключи во все двери подряд, которые откроются. Вот. Смеялись мы, конечно, посмеялись Сильвии над этим делом. И тогда она сказала, а соседняя квартира тоже наша, там жили, мы строили, как бы, видимо, своим детям и себе. А дети сейчас живут в каких-то других городах, и у них там своя судьба. Вот, у нее 3 или 4 внуков, которые у нее бывают в гостях, у нее сын, жену сын показывала мне фотографии сына, говорит, ты представляешь, вот какую он себе нашел куклу, сын у нее достаточно высокий, а жена у него, я вам не буду врать, из откуда, но это азиатская девушка такая, ну, кукольная, ну, в общем, это вот такой бутерфляй, да, там 1.50 м в прыжке. И хорошенькая, такая симпатичная, такая вот, и у них детки такие тоже скластенькие, с таким разрезом класс. Вот, и она, вот, вы понимаете, вот счастливый человек, да, после этого, она говорит, ну, да, вот, ну, уже тоже было, говорит, ну, муж долго болел, я за ним ухаживала. Ну, вот в декабре это все закончилось, вот она живет с улыбкой на лице. Понимаете, если бы я не видела этих примеров, да, как после любых катастроф, да, человек поднимается и идет. И становится только сильнее.
жене после катастрофы. И она бы такой не была, я бы не знала, что можно встать и идти. Оказывается, можно. Так вот я узнаю, вы подтвердили свечка меня. Нет, я тоже ничего не сочиняла, кого-то видела. Я кого-то видела, кто... Вот я видела тех людей, которые падают и, так сказать, и там погибают, да, и которые поднимаются и сражаются. Ну, вот а Ленина, это человек, который многим людям помогла, который их, сказать, подняла на ноги, которым дала вторую жизнь, которая спасла многих, многих приютила в этом доме. Нет, совсем не многие. Ну, почему? Я только знаю четырех человек, которых вы... Это лестница, но это же временно, это совсем не надолго. Это все равно, это совсем было, это не каждый человек на это пойдет. Минуточку, ты мне только что рассказывала, что тебя тоже пускали в свой дом. Но это мы... Ты же ездила, нет, ты же ездила в гости. Да, меня пригласили в гости. Да, причем тоже совершенно незнакомые люди. Совершенно незнакомые, и я настолько мне там до слез, я чувствовала себя роднее, чем в родном доме, мне это тоже было очень поразительно. Да. Мне даже до сих пор как-то неудобно, что я, наверное, им не смогла создать те же условия, потому что у меня одна комната, и мне негде Лесь, понимаешь, вот в этом мы и вот мы просто как люди, мы и обогащаемся этим, что мы так встречаем людей, да? Более того, они же не могут узнать, пока они с нами общаются неделю, какие мы на самом деле гады можем быть, какие мы можем быть и нестерпимые, какие мы можем быть невыносимые там какие-то. Мы же в этот момент показываем свои самые лучшие качества. Поэтому я считаю это замечательно. Надо встречать людей, надо ходить в гости, там ездить в гости. И, ну, это нормально. Это хорошо, я очень люблю ходить в гости и приглашать. Лися, я на тебя смотрю, как, знаешь, это с ужасом. Как на ведьму, которая ест. Да. И с большим неодобрением. Ай, нет. Ну, не знаю. Это, наверное, какой-то труд. Я если вижу, что я поправляюсь и не влезаю в свое маленькое черное платьечко, которое не маленькое, надо худеть, значит. На диетах я не сижу, но просто перестаю есть мучное и... Хочешь кушать, ешь яблоки. Не хочешь яблок, не хочешь кушать. Или же быстро попил теплой воды и спать, пока желудок не понял, что ты его обманул. Нет, у меня мой желудок не обманешь. У меня после 12 ночи наступает как бы это самое потеря контроля. Ирина, вы в прекрасной форме. Я не знаю, где вы себя, что-то у вас не так. Вставать я все равно не буду. Галина Ивановна по жизни очень активный человек. Она мало того, что концертмейстер у нас в театре, так она еще и в консерватории, концертмейстер оперной студии. Правильно? Да. Правильно. Галина Ивановна есть много студентов, которые ей трепят нервы, с которыми она занимается, которыми она вдохновляется, которые ее обожают, которые, как она говорит, это цветы жизни, это мои дети, это цветы жизни. И каждый, я бы сказала, даже вокалист новый, который приходит в театр, так же, как я, в свою очередь, Галина Ивановна берет над ним шефство, и она им занимается как ребенком, она заботится, она учит, она такой очень... Она хочет поделиться всеми своими знаниями и умениями, как надо. Хотя, знаете, птенцы, они там с возрастом, говорят, цыплят по осени считают. Но Галина Ивановна хочет всем все сказать сразу. Она очень энергичный человек. Я тебе хотела сказать, что, во-первых, я всех забалтываю. Вот, во-вторых, никому не даю это самое покоя. И издеваюсь как бы со своими мнениями. Вот, а что касается, ты знаешь, что касается заботы, то это совершенно естественно, что когда более старшему опытному человеку попадается в руки что-то более молодое, что-то обязательно хочется ему, чего-то такое вручение какие-то почитать, какие-нибудь наставления сделать. Поэтому насчет обожания, ой, я сильно сомневаюсь, сильно-сильно сомневаюсь. Это вот, только я одно знаю, опять-таки, вот по жизни. Что те педагоги, которые от меня что-то требовали, которые мне голову проедали, да, что которые приставали ко мне, на которых я рычала, и вот которые там это самое меня там тискали всякими словами нехорошими называли, вот я их помню, потому что они хотели от меня что-то добиться, они хотели, чтобы я стала лучше.
Вот. Поэтому я иногда, хоть и пытаюсь себя, так сказать, затормозить и сказать: Галина Ивановна, ну не надо, ну не надо, ну пусть ребенок развивается так, как ему вот хочется. В конце концов, у него, ну у него же есть такие желания, как у тебя, да, вот ты же хочешь делать то, что ты хочешь, и не делать того, что ты не хочешь. Но тем не менее, вот да, вот иногда я не могу себя сдержать, и все-таки лезу в чью-то личную жизнь, и говорю, ты должен сделать это. Галина Ивановна, путешествуя по миру, она всегда проведывает оперные театры и ходит на спектакли. Поэтому, имея возможность слушать мировые шедевры и лучших оперных певцов, и лучших дирижеров, она очень много знает. Она очень много знает звучание той или иной оперы, как она звучит в разных театрах мира, потому что она посмотрела много спектаклей, и всегда что-то интересное она может подсказать вокалисту. И своим богатым жизненным опытом это очень многим помогает, ну и как-то вдохновляет, потому что прекрасного предела нет, есть над чем заниматься. И хотя всех у нас есть интернет, но дойти до того, чтобы посмотреть оперу, как это надо только загореться, надо конкретно готовить конкретную партию и пересмотреть все спектакли. Но Галина Ивановна всегда четко знает, вот что надо изменить, чтобы было лучше, исходя из того материала, который есть у данного индивидуума. Ведь, ну, это, ты знаешь, ты так вот опять занимаешься восхвалением, а тут же, понимаете, не только в том вопросе, что я там что-то видела, ну и что из того, что я видела, а что я могу сделать, да? Вот я, когда Леся меня приглашала на эту съемку, и сказала: Лесь, понимаешь, ты приглашаешь вот абсолютно четкую лягушку-путешественницу, которая подцепилась там какой-то палочки, вот ее там птички пронесли, она что-то там увидела такое, и так изумилась, как это все замечательно и красиво, что потом это самое квакнуло, шлепнулось в свое болото, и потом это самое начинает рассказывать, и мы бывали на Таити, я была на Таити, да, и вот это вот, ну это же очень хорошо рассказывать, а как этого достичь, тоже знаешь. Знаете, я очень запомнила фразу, когда мы мне сказали, я не знаю, говорить ее или нет, но нам не запомнилось. Это было давно, наверное, лет 10 назад, я спросила Галину Ивановну: вот вы всегда путешествуете, откуда вы знаете каждый раз, куда вы хотите поехать и почему вам это хочется? Галина Ивановна говорит: а мне уже больше нечего хотеть. Я это очень сильно для себя запомнила. А мне больше нечего хотеть. И я вот подумала, ну вот ты смотри, какой... То есть, Галина Ивановна, действительно приходится и экономить, и где-то думать, вот это, чтобы куда-то полететь, куда-то что-то посмотреть. Это очень-очень хорошо. Говорят, что там пенсионеры в определенном возрасте, ну, европейцы, американцы, они могут себе позволить путешествовать по миру. Галина Ивановна для меня это единственный из моих знакомых. Такой, мы сказали, даже не пенсионер. И путешествующий, да, пенсионер, кроме того, работающий на двух работах, кроме того, еще и ученики. То есть она успевает все, и она живет как. И это очень правильно, это пример для многих-многих людей. Несмотря на, как сказать, большие там финансовые возможности, потому что у нас их нету. Галина Ивановна умеет так все организовать. И жить, просто жить сегодняшним днем, потому что потеряв все самое близкое, потеряв близких людей, потеряв, я бы сказала, возможно, для кого-то смысл жизни, Галина Ивановна находит себя в других людях, в других сферах деятельности, и она путешествует. И это очень-очень правильно, это очень вдохновляет. Это то, что радует, это то, что есть примером, и я очень счастлива, и я рада знакомству с вами, и за то, что вы многим даете путевку в жизнь, как говорится, многих вдохновляете, многих студентов, которых я знаю, кстати, Николай Ефименко, которыми многие восхищались, это тоже он учился в консерватории в классе Галины Ивановны, которая... Только нет, по оперной студии. По оперной студии, который и пришел в наш театр. То есть Галина Ивановна из многих студентов сделала уже солистов нашей оперы, поэтому это человек, через которого... с которого начинается Днепропетровская консерватория, я бы сказала. Это человек, который все может и вдохновляет своим личным примером.
Это женщина с большой буквы. Не то, что я вас хвалю, я... Я это знаю, как никто, поэтому желаю вам в дальнейшем оставаться настолько же целеустремленной, настолько же энергичной, настолько же женственной, вдохновляющей, красивой. Всего вам самого хорошего, светлого, чистого и доброго. И чтобы ваши воспоминания, ваши рассказы продлялись. Я надеюсь, это наша не последняя встреча и наше не последнее интервью со зрителем, потому что вы очень интересный человек, и вами очень многие зрители интересовались. Поэтому тем для разговора много-много. Говорится, было бы о чем молчать. А что сказать, всегда найдется. Поэтому в следующий раз мы с вами обсудим какие-то другие ваши путешествия, о которых вы нам еще не рассказали. Спасибо, Лисечка. И поделитесь жизненными советами. Как вам удается выглядеть такой... Так молодо, красиво и ухоженно. Леся, особенно если ты придешь ко мне через неделю, и карантин продлится, я так понимаю, что у меня уже физиономия в камеру помещаться не будет. Чем больше нахожусь дома, тем бездомнее у меня нет. Но наоборот, если чуть поправимся, сразу морщинки потянутся, и все такие красивые и красивые мы будем. Отдохнувшие, выспавшиеся. Спасибо вам большое за прекрасное интервью, за интересный содержательный рассказ. Крепкого вам здоровья, всегда неувядающей молодости, красоты и всего самого-самого. Лесечка, спасибо большое. Я никогда в жизни не слышала вообще такой большой набор комплиментов. Ну, в общем-то, я так понимаю, что я уже выйду в позиции этой самой английской королевы отсюда. Ниф начинает светиться. Да, уже здесь что-то, да, за спиной что-то чешется, здесь что-то светится. Да, спасибо большое. Только через маску. И в дёсны тоже. Спасибо вам.
¿Qué quieres una habitación aquí después? La noche.